Ну что, подача Вальбуэна, пас на Куани, 2-0. Кевин Куани вновь забивает второй мяч. Мяч ни Курани, ни Ионов. И Ионов заваливает за шиворот вратарю. Есть вариант пробить самому, может сыграть на Ионова. Пас на Ионова. Передача. Удар Джака, 2-0. Очень чисто разыгранная комбинация. Конечно, Джуджак, ближний угол. И теперь я практически не сомневаюсь, кто будет выбран лучшим игроком сегодняшнего матча. Вальбуэна. Удар поворотом и роскошный гол Вальбуэна. Но все-таки как надо быть внимательней. Ионас. Дают его пробить слева. Ах, какой хороший пас назад. И какой хороший гол. Как это было исполнено. Это действительно хай-класс. Это действительно Европа. Вальбуэна. Гол. Великолепный гол в исполнении француза Матье Вальбуэна. Какая классная подрезка, а?